Здравствуйте! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Ну, собственно говоря, вы уже, да, наверное, привыкли это слышать. Хочу вас обрадовать. В ближайшие месяцы я буду проводить свои очные семинары в разных городах России. Хочу вас ознакомить с некоторыми первыми городами и с числами, которые, и городами, которые я посещу. Значит, 5-6 сентября этого года пройдет двухдневный очный семинар в Москве. Затем 12-13 сентября пройдет очный семинар в Санкт-Петербурге. А затем на следующих выходных пройдет семинар в Минске. Затем будет пауза и будет семинар в Нижнем Новгороде. Значит, по датам давайте еще раз я уточню. 5-6 сентября Москва, 12-13 Санкт-Петербург, 19-20 сентября Нижний Новгород, 2-3 октября, скорее всего, это будет Новосибирск, по-моему, если не ошибаюсь. Посмотрим про Новосибирск чуть попозже. Значит, 5-6 сентября и 12-13 сентября я приглашаю вас на очный семинар меня в Москве и в Санкт-Петербурге. Коротко расскажу о том, что это за семинары, что за 2 дня, и как записаться, сколько стоит, для кого они и так далее. Окей? Значит, первый день семинара, этот день называется базовый. Этот семинар пройдет с 10 утра до 6 часов вечера. Для тех, кто не был раньше на моих очных семинарах, мы будем разбирать всю работу с симптоматикой, начиная от панической атаки, агорафобии, вегетососудистого напряжения, навязчивые мысли, социофобии, работу с различными симптомами, касающимися ваших жалоб, ваших переживаний, страхов, фобий, тревоги и так далее. Здесь вы получите четкий алгоритм, четкий инструментарий, четкие ответы на вопросы, из-за чего это, почему и самое главное, что делать. Если вы мой коллега, тем более, вы получите замечательный опыт, мы поговорим об этом, да, где я передам вам четкий алгоритм ведения клиента от и до, который к вам обратился. Если вы обычный человек, который жалуется, вы мой зритель, вы мой клиент, вы получите четкий алгоритм и инструменты по работе с каждым симптомом в отдельности. Второй день, например, 6 сентября в Москве, он называется «Продвинутый». Этот продвинутый семинар пройдет для тех, кто уже был у меня на семинарах и хочет работать дальше над ошибками именно мышления. Того самого мышления, которое вызывает у вас то самое невротическое состояние. Соответственно, если вы прошли в первый день 6 числа первый семинар, вы можете попасть на второй. Но вам надо будет бронировать место сразу тогда на 2 дня. Поэтому, потому что семинар продается 2 днями. Первый день отдельно, второй день отдельно. Потому что, например, ребятам, кто уже был на первых семинарах, им надо исправлять ошибки, им первый день не нужен. Соответственно, продается первый блок и второй блок. Вот, значит, на втором блоке мы будем разбирать когнитивную терапию, рациональную эмотивно-поведенческую терапию Альберта Эллиса, как основной инструментарий лечения терапии неврозов. Я покажу очень детально, из-за чего возникают ваши напряжения, почему возникают ваши симптомы, только в понятии уже не потому, что у вас паническая атака из-за тревоги, из-за адреналина, да, а из-за того, из-за чего вы вообще пришли в это состояние. Потому что если у вас... 12 часов. Спасибо. Если у вас возникла паническая атака в каких-то обстоятельствах жизни или вегетативное напряжение, вы же прекрасно понимаете, что эти обстоятельства жизни, которые предшествовали этому, но они не сами по себе не являются трагичными. Трагичным является то, как вы отнеслись к этим обстоятельствам. И вот относиться к мужу, жене, работе, успеху, карьере, добиваться целей, не сидеть дома, не прокрастинировать, не бездействовать. И учит рациональная эмотивная терапия, которой мы с вами не займемся во второй день. Соответственно, по записи
Рекомендую всем, кто живет в Москве, посетить эти 2 дня. Кстати, во второй день мы еще будем говорить о встроенных темах. Там будут лично мотивационные такие тренерские блоки. Например, работа с алкозависимыми людьми ввиду работы родственниками. То есть, как родственникам правильно вести себя при наличии алкозависимого человека. Как выстраивать гармоничные отношения в паре. Как рационально подходить к своим эмоциям. Как уметь планировать свой день, свой месяц, квартал, год. Как не нервничать на работе, как не перегорать на работе. В общем, все эти вот тренерские такие коучинговые темы, они также будут включены во второй день. Приглашаю всех в Питер и в Москву 5-6 сентября Москва, 12-13 Санкт-Петербург. Стоимость. Базовый семинар, который будет в первый день, стоит 7500 рублей. Второй день стоит 5000. Если вы оплачиваете сразу 2 дня, вы получаете скидку в 2500, 2 дня стоит 10000 рублей. Для тех, кто не был раньше на семинарах, я вам искренне рекомендую посетить 2 дня. Получите массу удовольствия, получите много понимания и практических упражнений. Отвечу на все ваши вопросы, покажу, разберу, напишу. И так далее. То есть 2 дня будем заниматься очень плотно, приложу все усилия. Значит, для тех, кто уже был у меня в Питере, например, там было 15 человек, ребят, буду рад вас видеть. С какой целью? С целью, если вам необходимо, будем работать над ошибками именно в работе с убеждениями. Например, если вы пишете рациональный ответ, вы не верите в то, что вы пишете. Или, например, вы пишете, оно как бы якобы не работает. То есть тут надо будет искать ошибку, которую вы не замечаете, да? Или работать с мотивационной составляющей, да? Почему я все еще там так себя веду и по-прежнему наступаю на те же грабли, хотя понимаю, что я делаю неправильно. Поэтому 5-6 сентября Москва, 12-13 Санкт-Петербург. Буду вас ждать. Запись по телефону 8-495-201-53-19. 8-495-201-53-19. Если хотите точно попасть в группу московского семинара, на сайте Безневроза ТВ в разделе «Оплата услуг» есть бронирование. Бронирование места стоит 500 рублей. Вы можете выбрать бронирование первого дня, бронирование второго дня или бронирование сразу 2 дней. Соответственно, я вам искренне рекомендую просто-напросто оплатить бронирование 2 дней за 500 рублей. Соответственно, оставшуюся сумму вы оплатите в день начала семинара непосредственно на месте за минусом этих самых 500 рублей. Вопросы будут? Если будут вопросы, звоните по телефону. Я лично отвечу вам на все вопросы по семинару. Если вы в Москве, вот... Искренне вам рекомендую прийти на эти 2 дня, и вы ответите себе на вопросы те, на которые, возможно, вы не могли ответить достаточно долго для себя. Поэтому жду вас 5-6 сентября на занятия, но сначала обязательно надо записаться, потому что я не смогу провести семинар, не зная, сколько у меня людей. Я буду проводить семинар только тогда, когда я буду знать четкое количество людей. Это касается аренды помещения, количества мест. Соответственно, никаких 3-4 числа не нужно мне уже звонить. Звоните на этой неделе, на следующей. Записывайтесь, бронируйте места как в Москву, так и в Санкт-Петербург. Понятно? Не тяните. Это очень важно. Соответственно, увидимся с вами в Москве и в Питере. Ваш Алексей Красиков. До встречи. Увидимся. Пока.